Музей малолетних узников фашистских концлагерей «Непокоренные» по размерам невелик. Но Ольга Петрушкина может рассказывать об экспонатах часами. Частые гости здесь школьники. О многих вещах они слышат впервые. Лагеря, их очень много, страшно. Вот эти вот газовые помещения, в которых людей загоняли. Страшно. Очень. Каждый экспонат и каждая фотография здесь уникальны. Собирать их в свое время помогали сами бывшие малолетние узники концлагерей. Например, этот кисет был найден в лагере Аушвиц или Освенцим, как называют его поляки, у входа в газовую камеру. Вот этот кисет, так как он был найден у входа в газовую камеру, это в любом случае свидетельство того, что его хозяин, к сожалению, погиб в застенках этого лагеря. Но то, что в результате вот такого долгого путешествия, вот такими долгими путями этот экспонат попал к нам в музей, это невероятная удача, потому что мы имеем возможность вот так через вот такие маленькие предметы прикоснуться к истории, прикоснуться к судьбам людей. Музей «Непокоренные» – один из немногих в Самаре, где рассказывают о том, что такое фашизм в отношении мирного населения. Раньше экскурсии проводили сами бывшие малолетние узники концлагерей. К сожалению, сейчас многих уже не стало, но их дело продолжается. Фашизм – это вообще страшно. Фашизм в отношении детей, он страшен особенно, потому что он лишил маленьких людей детства, он лишил в большинстве своем родных и близких, он лишил уверенности в завтрашнем дне. И многие из тех, кто прошли и были в застенках концлагерей, они, к сожалению, остались там. Создателям музея нашего повезло больше, они остались в живых. Музей «Непокоренный» создан в 2008 году при Дворце ветеранов по инициативе членов Самарской региональной общественной организации бывших малолетних узников концлагерей. Экспозиция открыта ежедневно. Здесь проводят экскурсии не только для школьников, но и для взрослых. Приходят сюда и целыми семьями. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.